Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Белую ночь. В последней серии мы попали в этот особняк, ну, скорее всего, этот особняк всего лишь в голове у Дэвида. На самом деле его не существует, потому что в здравом уме никто бы не стал вот такие вот статуи ставить в таком красивом помещении. Ну, может, просто у них дурной вкус. Все двери закрыты. Давайте посмотрим, там еще одна дверь была. Здесь вот. Сдается мне, что... А, она вообще... Ее даже тронуть нельзя. What is her problem, doctor? В чем ее проблема, доктор? I'm afraid it is much more complicated than I previously imagined. Все будет намного сложнее, чем я ранее представлял. Вот это не очень. Так. Ничего тут нет. Нет, к сожалению. Четыре комнаты. Круто. Давайте по часовому порядку, что ли. Как я мог быть так слеп? Она все время у меня перед глазами была. Дэвид говорит, такие вещи простому человеку сложно заметить, поэтому не вини себя. Короче, все было очень сложно и запутано. Как-то все тут... Это, видимо, должно символизировать бардак в голове у Дэвида. Цилиндр фотографа. Ничего, все что? Ну ладно. Так, цилиндр фотографа. Для чего он нам может понадобиться? Hello, Grace. Hello. Привет, Грейс. Привет, доктор. Как сегодня себя Грейс чувствует? Fine, мне, говорит, хорошо. А ты как? Fine, Grace, thank you. Не, я тоже, говорит, хорошо. Yes, сегодня ты себя получше чувствуешь, да? Причина есть для этого? Because he's coming to visit me today. Да, говорит, сегодня он меня посетит. Понятно. У Грейс что-то, видимо, было плохо. Все-таки в голове совсем плохо. Hello, Grace. How are you doing today? Hello, doctor. I'm perfectly fine. Did I tell you about my new friend? Могу тебе рассказать о своем новом друге? Нет. Создала себе нового доктора. Да, она, говорит, так мила со мной, так много знает. Тебе, говорит, тут не скучно? Нет, но... Но... Желал бы я, чтобы Дэвид здесь был. Короче, все понятно. Здесь была девушка Дэвида, у нее было расстройство личности, раздвоение. И в итоге вторая ее темная сущность победила, что ли? И устроила даже странные эксперименты над самим психиатром. И в итоге как-то Дэвид во все это попал. Это не похоже ни на что, что я видел раньше. Все это время она пыталась взять верх, стать настоящей личностью. Становилась сильнее. И я боюсь, мне придется применить какие-то необычные методы. Надеюсь, я правильно перевел. Хотя, скорее всего, нет. Ну да ладно.
Ой, опять записка. Уж простите меня, если я ее молча прочитаю, а потом вам вкратце объясню, о чем там было написано. Ой, а тут откуда? Это странно. Скрипка? Круто. Ой, прости. Прости, скрипка. Так, что пишут? Музыка для терапии. Короче говоря, они надеялись, что увлечение музыкой поможет Грейс. Вот о чем там пишется. Причем тут фотограф тогда был? Не понял. Ладно, что открылось? И чё, мне это надо сыграть? Да вы гоните, я никогда... У меня музыкального слуха нет вообще. Твою мать. Так, короче говоря, их надо сыграть в определенном порядке, я не буду вас этим утомлять, как мелодия проиграет, я возобновлю запись. Такие дела. Короче, последовательность, если кто будет проходить. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Это было довольно-таки просто. В итоге у нас сдвинулась эта картина. Что мы получили? Мы получили вот, и вот, и ключ, и вот. Хорошо, нашим легче. Вообще быстро решил, минуты за три, наверное. Надо было, даже можно было запись не включать. Одна из закрытых дверей на первом этаже. Логично, Кэп? Логично. Где? Алло? You're not coming to visit me anymore, David? Ты что, говорит, не приходишь меня посещать больше? Решил меня одну бросить? Will you abandon me? Забросил меня совсем? Don't you care what they are gonna do to me? Тебе без разницы, что ты со мной делаешь? Ты смотри, да? Уже строить нас пытается. Вот види Грейс, а? Кстати, надо сказать, что игра актеров очень хорошая. Особенно для модификации, сделанной на коленке. Прям я не знал. Это горело, все кричали, просили помощи. Я чуть не видел их крики. Короче, такие дела. Так, чё? Ой, только не эта мразь. Что-то мне уже не хочется здесь находиться, честно. Грейс, у тебя посетитель. Что, она где-то здесь содержалась, что ли? Я не понял.
Дурка, кстати, она очень напоминает дурку из фильма «Пролетая над гнездом кукушки». Старый такой фильм с Джеком Николсоном. Очень похоже. Строение. Закрыто. Не видим туда. Ну ладно, автопилот включился. Много обещал. Обещал приходить, защищать меня. Вещь всегда говорит. Но это такими, как тебе хочется. Знаешь, почему Дэвид я тебя не убил? Потому что другая Грейс мне не дала. Но теперь ее нет. Теперь говорит только София. Ой, блядь. И что делать-то надо было? Забудь. Я не хочу забывать, я сколько всего вспоминал на протяжении времени. Вашу ж мать. Опять этот коридор. Че, все по новому начинается, что ли? Я был захвачен, вырублен. А, дальше не успел прочитать, к сожалению. Супер! Что может быть лучше? Только лава под ногами, конечно же. То есть не лава. Но вы поняли. Только я начал что-то вспоминать, меня опять вырубило. И опять начались приходы. Все не слава богу. Понял. Понятно. Давайте побыстрее. Что-то мне тут неспокойно как. Remember that night, David. What is your match, David? Not взяли, пришли забрать Грейс на тебя. Она была. Не ты виновата во всем этом. И чё? Возвращаемся? Круто! Да вроде все-то так и не ушли с дороги. Видите, мистер Лоуренс, нужно не помещать ее в тюрьму, мы можем это решить, ей нужно лечение. Я Патрик Стар, или Патрик Пар. Патрик Стар — это немножко другое. Патрик Пар заинтересован в этом деле. Короче говоря, она что-то плохое натворила,
то, что мы видели в начале игры. Ее хотели закрыть за это, но в итоге поместили в психлечебницу. И, судя по всему, очень зря. Все эти годы... Ты мне не рассказывал о своих родителях, и ты называешь себя мужем? Капец, все странно. Но музыка, надо сказать, крутая пошла. Чё-то какой-то совсем сюр уже. Добрый день. Эти глаза хотя бы не шевелятся. В отличие от тех. Блин, какая музыка хорошая. Уже вторая мелодия из этой игры, которую я хочу выдернуть и положить себе в коллекцию. Так, ну хоть фонарик бы дали, я не хочу по цепям идти. Это довольно опасно, на мой взгляд. Или нет? Grace values you so much, yet you let that bastard to conduct his disgusting experiments on her. Грейс значил для тебя так много. Ты, говорит, бездушная скотина, позволил проводить над ней эксперимент. Да пошла ты. Зародыш, я вообще ничего не вижу. Вот так, может. Какой-нибудь ориентир дайте, пожалуйста. Тогда вот так пойду. Блин, я сейчас шваркнусь. Смотрите, подо мной даже цепей нет. Я просто двигаюсь вперед наугад. Мимо зародышей. Что может быть круче? Круче может быть только вот такой вот коридор призванный. Называть частоко астрофобия. Пропасть, Дэвид, пропасть. Нет, спасибо. Ну что мне остается? Think about the memories, David. Think about them as bricks. Use them to find your way. Думай, говорит, о своих воспоминаниях. Думай о них, как о кирпичах. Используй их, чтобы проложить себе путь. Чё, как мне из них мостик, что ли, сложить надо? Нет? А, понятно. Ага. Ты, говорит, помнишь, как мы в первый раз встретились? А, тебе же, говорит, не надо вспоминать. Я, говорит, управляю твоими воспоминаниями. Могу их положить, как мне нравится. Уф, надо сказать, это было довольно-таки утомительно. Заберите свой кирпич нахер. See, David, that wasn't that hard. Да, это было несложно, это было утомительно. А это еще что такое? Я вообще уже не понимаю, что происходит. Только хотел сказать, не сказать, что страшно. How did they make you forget, David? Как они позволят тебе забыть, Дэвид?
Но ты должен быть благодарен, я дал тебе это вспомнить по новой. Я всегда дам тебе это вспомнить. Неважно, как глубоко ты похоронишь меня. Интересно, кто это говорит? Ну вас нафиг, я, пожалуй, пойду отсюда. David, do you know why Sophia calls her victory as White Knight? Because she likes знаешь, почему София звала свою победу белой ночью? Did you know the one she wears now was Patrick's? It was the night before your last visit. She organized all the patients here and took over the hospital. Poor Selwyn, her Dr. S. Nick now belongs to Sophia. Короче говоря, она называла «Белую ночь», потому что ей нравились белые халаты. И в итоге она вот такая вот была непростая шизоидная баба. Чинат какой сюжет замутила. И тем не менее у нас в руках паново фонарик. Это круто. Окей. О, огоньки. Знаешь, Гейд, в этот раз я Софии помогу. А я, говорит, тоже тебя втрескалась. Может, говорит, остаться тут со мной. Ой, бляха-муха. Интересно, там за ними что-то было? Ну ладно, туда я пойду только в том случае, если больше никуда будет идти. Нафиг нужно, скажем дружно. Так, я отсюда пришел. Да. Хорошо, сюда я ходил, туда на шарашит электричество, куда я всяко не смог пройти. Блин, какая музыка хорошая. Ого. Да, говорит, я была здесь, когда София отрезала голову ножиком твоему другу. Как бы там ни было, говорит, у меня-то опыт есть. Хе-хе-хе. Вот такая вот она. Так, что от меня требуется? Сбивает маленькую с толку, надо сказать, это. Вся эта фигня. Во. А, все понял. А это что у нас тут свет был? Блин, я постоянно свет уже на выходе замечаю. Так, ладно. Это не будет на меня опускаться, я надеюсь. Да, вроде нет. Без крючка. Не поймаю ключ. Нет.
Видимо, я рычаг дернул. Может, там электричество вырубило. Ну, скорее всего. Что-то еще может произойти. Эй. А, все, понял. Что это у нас? Да, убери. Крюк. Отлично. Супер. Так, теперь нам тебя нужно сюда. Так, а что это у нас ключ? От чего? Куда мне этот ключ теперь применить? Да, что ли? Да. Ну ладно, пока что все довольно-таки логично. Ну как логично? Run, David. This is your last chance. Бежать. А что от них бежать-то? Они никакущие. Хрен они меня догонят. Гоните. Я уже ничему не удивляюсь. Ничему. Все вещи произошли, все прошлое, что я забыл, меня заставили. Я хотел забыть. Чё произошло? Я считаю до трех, и ты проснешься, Дэвид. Раз. Два. Три. Wake up, David. Проснись. How are you feeling? Как себя чувствуешь? I guess you are better. Думаю, тебе лучше. After a few sessions, после нескольких занятий ты будешь полностью здоров. Look at the time. Смотри на время. Well, that's it for today, David. Все, говорит, ну пока. See you. Увидимся в следующей неделе. На следующей неделе, блин. Что со мной? Что я несу? Так. Я не совсем понимаю, что вот это значит. Кто это? Если это опять эта больная дура, то я опять уже забыл, что ли, кто она такая? Не понимаю. Джинов только не хватало. А, кстати, Дэвид, тебе не нужно память о своих родителях тащить на своих плечах более. Ты тут все время, что ли? Все время была тут, а я тебя и не вижу. Ну, конечно, пусто. Поддается, не открывается. Лифт. Интересно, это какой этаж? Куда я иду? Ой, это очень много записок. Очень много. Они все пустые, понятно. Это еще что такое?
улицы он так видит. И даже фонарика нет. Давайте пойдем к тому, который мигает. Явно к нему надо. Записки о лечении пациента. А теперь, когда травма Дэвида ушла, мы можем начать следующий шаг нашего эксперимента. Ушла ли травма? Блин, а я, кстати, угадал. Из всего набора, куда можно было пойти, я пошел куда нужно. Ой. Я в дырке, я в дырке. Я правда думал, я тебя выпущу, Дэвид. Ой, ничего себе концовка. Так он не выбрался, короче. Это с ума сошедшая баба. Так и продолжила его держать. И он, похоже, так и остается в дальнейшем следить за своими приходами. Ну что надо сказать, это была хорошая модификация. Конечно, сделанная на коленке, и бюджетность ее прет изо всех дыр, как говорится. Но, тем не менее, она сделана от души, люди делали со старанием. Очень хороший он voice acting, то есть игра актеров, мне понравилась. Было несколько реально очень страшных моментов, очень крутая музыка. В общем, просто отлично. Очень рад, что вы мне ее посоветовали. Это было очень интересно. Ну, в общем, я думаю, на этом все. В ближайшее время, возможно, я пройду Fear 2, возможно, отдохну от хорроров. Посмотрим, как что получится. На этом все. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.